вынес. Я достал тебе, Даниш. Отлично, спасибо вам, ребята. Спасибо за этот подарок. Ты достал мне, Даниш, или ты достал, Даниш, в принципе? Во всех смыслах. Во всех смыслах, я понял. Ну что, ребята, сегодня финальный рывочек. Я надеюсь, что мы его... Ты там заставку еще не убрал? Не-не, сейчас убираю. Меня предупреди. Да, в принципе, предупредил. Заставка убрана, сейчас мы игру запустим. Сегодня в одежде, простите, все 14-летние девочки, которые хотели полюбоваться на накачанное мужское тело. Я как то раз... То есть меня сегодня ждет облом? Да, да, ну всех как просто. Ты мог? Я готовлюсь, сейчас активно занимаюсь силовыми нагрузками, и в следующий раз, когда я буду без майки, бугры мышц будут выпрыгивать из вебки прямо вам в лицо. Это, наверное... волнительно и для меня, и, возможно, для всех остальных, поэтому подождите немножечко, все будет. Так, мы запускаем Сому, не так просто, как мы помним, игра довольно тяжелая. Ставки. Пройдешь ли ты ее сегодня? Думаю, что нет, да. Хотя надеюсь, что да. Думаю, что нет, хотя надеюсь, что да. Но, насколько я помню, мы с тобой спустились такие в глубоководный мир. Да. И там, кажется, даже гидрокостюм нужно было что-то такое найти, да? А ты его нашел? Да вот я, будем сейчас припомнить. Нет, там, не помню, ей-богу. Ну, сейчас помню. Ну, ты такой молодой, такая плохая память. Как такое возможно? Это все да. большие умственно-физические нагрузки. Я слишком много загружаю в оперативную память информации. А зачем ты так много загружаешь информации в оперативную память? Понятия не имею. Зачем мне все это? Значит, Сеня нашел энергокостюм с трупом внутри. А, помнишь, да? Труп внутри, там, голову мы оторвали ему, все остальное внутри пока еще. Ну, потому что вместо головы у тебя будет чип, как такой же энцефалочип, как тот, который у тебя уже есть. Теперь, значит, он должен помочь Кэтрин перенести его разум в мертвое тело, чтобы они вместе продолжили через... Короче, игра превращается в зомби-хоррор постепенно, я понял. Но на самом деле, я тебе скажу, Дэн, который вела в Games TV, я его когда спросила про то, насколько он остался впечатлен Сомой, он сказал, что, в общем-то, он рассчитывал на хоррор и получил триллер. Ну, для меня главная интрига этой игры является судьба нашего друга Сени, пока что убежденного холостяка, вот уже лет 400. Станет ли он каблуком в конце, или все-таки сможет остаться настоящим брутальным мужиком с собственным мнением? Бонич, как ты думаешь, почему у меня только что скисло молоко? Может быть, потому что я пью кисель? Такая игра так, слов. То есть это ты виноват в том, что у меня молоко прокисло? Да, друзья, всем рекомендую кисель. По вечерам. Кот, на, будешь? Чтобы продолжить, нажмите любую клавишу, и это знакомо. Кошка, я, в отличие от Данэш, не такой добрый, поэтому я тебе ничего не дам, кроме как по заднице, поэтому отойди. Какой ты злой. Да, злой, страшный серый волк. Слушай, да, милое место, я вспоминаю. Все... Да, там, я помню, бегала такая, она очень тебя хотела обнять. А-а-а, вспоминай. Мы, короче, шли на поиски каких-то частей. Ну да, тебе нужен был энцефалочип, если я правильно помню. И еще, я вспоминаю. Да. Нет, там для энцефалочипа нужно найти три каких-то составляющих. Ну там надо найти энцефалочип и, собственно, все остальное, чтобы его, так сказать, интегрировать. И мы залипли вот на этом компьютере, который открывает другие отсеки. То есть эти отсеки... Мы да, все прошли. Потому что там тебя ждали. Да, мы все эти отсеки прошли, а ничего не нашли. Соответственно, наша задача сейчас открыть другие шлюзы для того, чтобы там, в общем, что за странное? Какие-то странные галлюцинации у моего персонажа, он периодически у него помехи в глазах. Ну, неудивительно, если вы... А помехи в глазах у него, Бонич, от того, что там за углом его... Что тут? Да ладно, кто? Ну, там же у тебя шныряли такие. Любители крабов. Да вроде привет, нет. Привет, Алгескрафт, привет, Стефан Стар. Слушай, действительно, привет, что-то очень... Привет, добрый вечер, мальчики, я вас всех очень люблю. Здорово, Иммортал, здорово, Авоз.
Мальчики, я вас всех, ну, люблю не совсем той любовью, потому что признаваться в любви к мальчикам от мужчины, наверное, это уже... Я слышала, что сейчас это модно. Слишком патетично. Ну да, европейские ценности и все такое, но я приверженец старорежимной коммунистической школы. Слушай, подожди, лестница, сейчас, мы по ней... Там у тебя был компьютер, на компьютере был план. Судя по тому, что я видела, как ты там запирал и отпирал, то тебе надо, по всей видимости, заманить этих милых ребят в соответствующие углы и запереть там. Ладно, забей. Короче, нам надо сейчас открыть, например, нижнюю схему. Обнаружены отказы в 3 залцы пропитания. Причина перегрузка системы. Нужно собрать пазл, ну, я так понимаю, головоломка пятнашки. Ну да. Любишь этой головоломки? Не очень. Как ты поняла уже. А кто тебя спрашивает? Да, видимо, никто. Окей, что нужно сделать, я не понимаю, если честно. Я не буду тебе подсказывать. Мы страдаем? Да. Кто страдает? Как говаривал один мой знакомый стример, стример должен страдать. А знаешь, о чем говорят эти памяти? Я не совсем понимаю, что от меня хочет игра, но... Ну, сбросить, например. Ладно, окей, еще раз. Может быть, нужно пройти вот так вот через все... Провести... Ну, это было бы слишком просто. Соединить все эти квадраты одной линии. Привет, Сергей. Тебе обнаружен Сергей отказ причины теперь. А, я разблокировал! Смотри, какая-то умница. Даром, что краб. На свою голову. Ты, главное, не оборачивайся. То есть ты считаешь, сзади кто-то есть? Ну, ты же видел памяти? Так, я разблокировал какой-то нижний... Я так... А, вот дверь красная разблокировалась. Ну, видишь, там два помещения. Вот, она раньше была красная. Кстати, Бонич, я тебе сразу предупреждаю, ты в курсе, да, что реал-тайм качество отключили? А, то есть ты смотришь как бы, ну я понял. Ты уловил мою мысль. Да, вон несмотря там... Несмотря на премиум, я, в общем... Отстаешь, вот, Децл, да? Ну, поэтому, да, ты в особо сложных случаях не ускакивай от меня. Окей. Значит, мы не успеть тебе. Попали в какую-то... постапокалиптическую операционную. Здесь E равно mc квадрат, это радует. Законы Эйнштейна работают. Какая-то чушь. Чушь. Я напоминаю, мы ищем, помните, да, мы ищем... А вот, смотрите, можно провод схватить. Куда-нибудь его засандалить. Мы всегда помним, что провода эти, они очень... А, вот, возможно, засандалить его нужно в какую-нибудь... Тут их два, кстати, обратите внимание. А вот к нам присоединился еще один стример. А, нет, ушла. Подожди. Нужно понять, куда засадить провод. Кто присоединился, кто ушел, кто посмел уйти. Ну, это моя сожительница. Она посмотрела, говорит, а, это опять Сома, я больше не могу, и пошла. Так, подождите, ребят. Давайте соберемся. Вот где-то здесь. Вот куда-то сюда. Нужно засадить провод. Куда, непонятно. Кстати. Пока решительно непонятно, куда засаживать его. Может быть, сюда фен? Куда обычно засаживают провода? Давай вон пойдем. Какой-то фен лежит. Это, или что это такое? Ой, тебе черт, ее подкрывать. Нужен структурный гель, энцефалочип. Кот сейчас получит. Лоб. А, подожди, может быть, куда... Стоп. Ой, энцефалочип, вот он открывается здесь. Ну да. Очередная отличная головоломка и да, извлечь энцефалочип. Головоломки. У меня есть один хороший стример, он очень любит лабиринты, а ты очень любишь головоломки. Я и я лабиринты думаю, тоже обожаю. Я думаю, что если вас вести в одной игре, вы явно обретете там друг друга. Но если это стример хотя бы женщина, то я готов. Нет, но он будет не любить лабиринты, а ты головоломки. Я думаю, поверь мне, я и в лабиринтах тоже небольшой специалист. Те, кто смотрели мои трансляции еще Silent Hill, например, могут это подтвердить. Слушай, я решительно не понимаю, куда воткнуть трубу. А может быть эту выткнуть, а ту воткнуть? А, нет, это не вот эту. Эту выткнуть не надо. Смотри, тебе надо разблокировать сию хрень. Стой! Вот эту хрень нужно мне. Я понял. Да.
Но на этом столе не стоит машинка Зингера, да, с швейной, поэтому мне нужно ее где-то забрать и принести, может быть, нет? А вот там снизу такая фиолетовая штука, у тебя на нее рука сработала. Под столом, Бунич, под столом. А что это, всего лишь томик нет, Бунина? Бунич, там, где шланг лежит. Вот томик вот. Бунина. Нет, что? Вот рядом со шлангом под столом фиолетовая херь. Это что? Да просто херь. Понятно. Ну, когда берем шланг, шланг, наверное, никуда не надо подсоединять, потому что он, по всей видимости, был от такого же устройства. Попробуй ящики пооткрывать. Ну, кстати, хорошая мысль. Отличная мысль. В любой непонятной ситуации всегда открывай ящики. Ну, вообще, по сути, учитывая, что игра линейная, мы все еще надеемся, что разгадка именно в этой комнате, и мне не нужно идти куда-нибудь на другой конец. Но энцефалочип точно в этой комнате. Да, нам же. Вот статуя Будды пузатого, или какого-то пузатого мужика, может быть, Стаса Борецкого. Давайте ее разобьем, ненавижу Стаса Борецкого. Так, ладно, окей, давайте еще я раз компьютер. Прошу прощения, а кто такой Стас Борецкий? Наберите на YouTube, вам понравится. Нет, спасибо, видео. Я не настолько любопытна. Ага. Сачок потребляешь? Киселек. Киселек. Хорошо. Что мы можем здесь сделать? Жмутся только три клавиши. Это... Да, три. Жмутся только вот эти три левых. Но тебе надо разблокировать устройство, соответственно, тебе так, я понимаю, надо, чтобы... Вот смотри, оптика. Оптика. Что-то я сделал с оптикой. Оно тебе тоже самое надо сделать. А не засадить ли ее вот куда-то сюда? Ну, как бы, она вообще дотянется? Но педалово-то у тебя уже к этой штуке подведено. Тебе надо оттуда извлечь энцефалочип. Для этого тебе надо решить ту головоломку. Я хочу дать это. Ой, оставь шланг в покое. Да, мне мама говорила это с 12 лет. Если все вы понимаете, о чем я. Ну вот что это такое? Оно тебя тоже гофрировано? Нет. Не такой совершенно. Ну. Да пес его знает, и что? Ну, а теперь тебе надо третью связь сделать, чтобы у тебя не только моторная связь работала. Так работает? Нужно до конца ее довести, да? Ну да. Да, вот, хватит. Вот смотри, у тебя. Линия должна проходить на связь, понял, на оптику. Ну, давай шевели. Да как ее сделать, непонятно тут. Все, я понял, что это такое. Это как бы лазеры, которые... Какая хрень. Тут Лу тебе подсказывает, Бонич, хватит теребить шланг. Ну, что делать? Ну, допустим, с тобой здоровается... Я не могу это прочитать. Ну, допустим, я провел все три прямых линии. Что дальше? Ну, вон, видишь, там у тебя мигает что-то. Очевидно. Там кнопка была извлечь энцефалочип, нажми ее. Ну да, точно. Да не тут, а в этом, где ты эти линии проводил. Ну вот, где я линии проводил, нет, она не нажимает. Внизу кнопка. Она не активная. Извлечь энцефалочип. Она не активная. Подожди, мне кажется, что вот так вот надо сделать. Попробуй. Ну, конечно. Я все-таки гений. Забираем энцефалочип. Ну, давай, засовывай себе куда-нибудь его в трусы и идем дальше. Окей. Разрешив блистательно, просто безупречно разрешив сложнейшую головоломку, мой герой отправляется дальше и видит... Посмотри внимательно в этот энцефалочип, это твои будущие глаза. И видит электроника, боже мой, Сыроежкин, что с тобой же сделала жизнь? Бью часы на старой башне. Ури, что делать? Мелофон у меня. Это. Я даже не могу ничего с ним никак взаимодействовать. Я могу только сунуть палец, как обычно, и получить удовольствие.
Так, плачет ты взял. Теперь тебе нужен структурный гель. Я тоже. Структурный гель и что? У меня такое ощущение, что я что-то сломал, потому что. Перевод будет? Take гель. А, take гель. По-прежнему мне предлагают схватить гель. Into the abyss. Take it to alpha in the abyss. Abyss. И вот рисунок, видимо, самого Эбиса, похоже на каракули трехлетней девочки, страдающей заболеваниями головы. А вот очередная головоломка. Или это просто каляки-маляки, что скорее всего. Вот на самом деле первая портативная бритва Джилет, ее схема. Короче, ясно, идем к компьютеру. Исходящие воспроизведения. А вот это, кстати, Страски, мне напоминает. А ну-ка, Страски, слышь тебя, Херби, в чем дело? Да я так, проверяю, мне тут надо по делам отойти за хлебушком. Это может несколько дней занять, ничего? Ты ходишь за хлебом. Герби покидает пост прослушки. Так и есть, Страски. Он же страшный. Все? Береги себя. Ненавижу этот совет. Что значит «береги себя»? У каждого человека существует инстинкт самосохранения, согласно которому он и так бережет себя. Я не знаю никого, кто просто на ровном месте начал бы долбить башкой о стену. Тут что-то кто-то есть? Господи, периодически я, мне кажется, дисконнекчусь с реальностью. Омикрон, слышите нас? Слышу вас, все хорошо, все в порядке. Мы прибудем, как только разберемся с энергокостюмами. Вы к ним обязательно привыкнете. А ну зырь сюда. Я просто хотела отметиться, прежде чем мы пройдем последний рабочий зонд. Скажите что-нибудь о микроне напоследок. Скажи Сейнара своим маленьким яйцам. А, это не с того фильма, я понял. Вы это слышали, да? Не волнуйтесь, мы не забудем. Все валим в зону радиомолчания. Удачи вам. Что-то все больше и больше меня глючит, но послушаем все. Тау, ответьте, пожалуйста, говорит Рейли Хербера за микрона. Ответит Тау. Но Тау был нем. А нет, не нужно подключиться. Лумар слишком далеко. Ну, ясно, понятно. Короче, все, я понял. Все плохо, все лопается. Смотрите, мы можем наушнички у них подмотать. Эпергеймер говорит, Witcher 2, Assassin's Kings. Ну, это на некоторой степени интересно. Так. Не, пока за нами никто не ходит, но периодически нас прет. Мне кажется, этот мужик встанет рано или поздно. Потому что внутри у него работает какой-то часовой механизм. А у меня главный вопрос, Данэш. Господи! Это важно. Что важно? Боже, нет. Так, во-первых, ребята. Во-первых, есть еще одна дверь красная, я так понимаю, нужно теперь открывать ее. Поехали, средний уровень. А, или оно все открылось. А, я больше не разгадываю головоломки. Ты что-нибудь понимаешь? Ну, тебе надо что-нибудь открыть. Да, но все открыто. Останови Нил. Да как я его остановлю? Я даже не знаю, как он выглядит. Ну и что это такое? Ну, все-таки мне кажется, что тебе надо идти искать структурный гель. А вот тут вот, видишь, вот комнаты запертые, красные. Может быть, тебе в них надо? Да, но я их никак не открою, ибо они красные и запертые. Ты верно заметила. Опа, смотрите, как интересно здесь. Что это такое? Так, ладно. Есть лестница. Есть лестница вниз, по-моему, есть лестница наверх. Ну, давайте искать, что. Просто побегаем по этажам. Учитывая, что... Учитывая, что... больше мне открывать абсолютно нечего здесь. Наверное, нужно отправляться обратно к Кате и показать ей все, что мы нашли.
возможно, поможет нам. Вот еще одна дверь закрыта, и вон еще. И вон куча еще дверей закрытых. Понишь, представляешь, какое поле для детей? Туда зашел, посмотрел, сюда зашел, посмотрел, там пощупал, тут посмотрел. А грызок сыроежкина снова валяется в куче. Тебе надо открыть. Лиан. Я обыскать сейчас перетер, если честно, потому что. Ну дойди. Да что? Что такое? Что не так? Кстати, закрылась дверь, с которой мы вышли, а именно вот эта. Как интересно. Я понял. Давайте верхний откроем. Выбран неверный этаж. Давайте средний. Идет отмена блока. Мы разблокировали средний этаж. О! Там что-то было очень страшное. Господи. Открываем дверь. Здесь я еще ни разу не был, поэтому приветствую знала, всех. Знала, что у тропов бывают галлюцинации. О, мыши. Мыши в 3185 году. Снова палец. Говорил, ты бы приберег бы хилку на черный день. Впрочем, уже поздно. Я не верю в черный день. Я верю в свои феноменальные способности. Так, ладно. Здесь просто поломанные компьютеры и вот комната с рыбами. Можно ли пройти к рыбам? Немножко пообщаться. Я уверен, что ты к ним хочешь. Хотя ты краб. Честно говоря, жрать охота, ухи бы сварил. Ну тогда вперед. О, что это такое? Это не то, к чему ты захочешь привыкать. Это очень забавно, Джулия. Какая-то Юлька. Что происходит? Я такая прозрачная. Да господи, что за разговоры? Анорексичек каких-то. Мы же друзья, да. Как думаете, Альфа существует? Может, стекло разбить? К рыбам зайти. Да, ну как? А там кнопочка, вот же, ну прям же, вот рядом с вот плакатом. Это? Он хочет, чтобы... А, да, господи, вот же кнопочка. Здорово, рыбы. Здорово, раки. Где здесь мид? И что? Ты уверен, что ты хочешь пообщаться с этими рыбами? Пообщаться с рыбами вообще довольно странная идея. Ничего нельзя сделать. К сожалению. Или к счастью, не знаю. Ничего не нажимается, ничего не активно, даже открывается. Не хочет, поэтому... Давайте оставим рыб в покое и пойдем дальше. Ищи структуру. Ищем. Так, это средний этаж. Вот еще одна дверь. И вон там еще куча дверей. Да, он уже, видимо, засовывание пальца в это отверстие перестало приносить ему удовольствие, Хикс. Ну ты понимаешь, это вечная мужская ненасытность. Сначала палец, потом руку по локоть, потом весь залезет. Человеческая тяга. Ой, безголовая какая-то лежит в душе. Ну, иди. И безголовый. Спец по безголовым. Так, ну очередной компьютер. И очередные абсолютно бессмысленные послания нам. И вот это, видимо, эта хрень, которая нам нужна. Статус. Открыть. Ясно. Как обычно. Так, нет. Так не откроется, и со мной еще кто-то говорит. А из душа кровавая вода льется. Ну, в общем, чего-то подобного кровавый. Я и ожидал. Давайте тебе посмотрим. Надо вскрыть емкость с гелем. Сопротивление. Лиза Кэмерон. Структурный гель заряжен. Он давно продолжает какие-то время. Функциональность. Патология. Здесь, короче... Он мышей оживляет. Я понял. Мы оживим труп без головы и заставим его вылезти из костюма. Забавная идея, забавная. Ничего. Зачем? Тебе нужен труп без головы вместе с костюмом.
Ты вместо головы будешь вставлять чип. Я понял. Поливать это дело структурным гелем и молиться, чтобы это все заработало. Забавно, слишком. Так, ну конечно, это не сработает. Ну это мы узнаем только, когда ты все соберешь. Камера один. Все, я только могу смотреть, как записываются камеры. Мне нужно, мне нужно лучом поводить, да? Куда поводить, непонятно. Поводить лучом. Да поводил уже вроде. Ноль реакции. Сейчас что-нибудь произойдет, наверное. И что? Я так понимаю, что нужно еще поводить. А, вот так даже можно. Ячейка не закреплена. Закройте поддон и повторите. Может быть, там надо еще и на кнопку положить. Я понял. Короче, нужно попасть куда-то этим лучом. Ну, а еще вот туда, где лампочками. Ага. А туда нельзя его довести. Он движется только по прямой, причем вот до упора влево рычаг, это все, это крайняя его точка. Ну-ка попробуй сейчас нажми. Сейчас не нажимается кнопка. Нет, нет, не сработало. Нужно куда-то в другое место его. Начинается работа какого-то медвежатника, ребята, форточка. Подожди, тебе говорят там заменить поддон. Смотри, на столе лежит поддон. На столе лежит поддон. А куда его нужно засунуть? Ну, очевидно, в такую камеру. В эту, что ли? А, смотри, там что-то открылось. Смотри, смотри. Ну, я смотрю, смотрю. А, это схема. Которую, наверное, нужно засунуть обратно, не знаю. Вот и достала. Теперь, очевидно, ее надо вместе с поддоном туда пихнуть. Предлагаю почитать инструкцию все-таки. Да, я ошибся. Я ошибся, эта инструкция нам ничем не поможет. Поддон какой-то куда-то. Штуку. Не, подожди, подожди, подожди. Сейчас. Что? Эту схему нужно, походу, вот эту новую схему вытащить. Нет, нет, нет. Ага. Оно вот уже лежит вот на поддоне, но где? Ну смотри, ну вот там вот, вот первая камера, ну вот же у тебя видно же, крайняя слева ячейка, там такая лапка ходит. Вот это ты имеешь в виду? Ну, перед, ну вон перед тобой, нет. Вот перед тобой три ячейки, вон лапа торчит. А, вон же они, точно. Краб, краб. А как я заменю поддон, ёлпало? А, вот так вот можно его открыть. Нет, нельзя открыть. Он не открывается, к сожалению. Конечно, что они так делают. Но нет, не открывается. Ну хотя бы понятно, куда поддон засадить. Тебе он подсказывает, за монитор. Что? Ну, я вижу. Ну вот, вот, да. Но она не открывается. А, вот, можно кнопочку кнопку нажать. Кнопку за монитором, кнопку нажать. Так. Я не там кнопку. И что? То я не могу это схватить никак. Могу ли я схватить поддон? А соседнюю это не. А, может переложить схему просто? Да, смотри, эту схему нужно вот сюда вот зафигарить, наверное. И мышь оживет. Смотри, смотри. Сейчас система сработает. Я не знаю, зачем было менять поддон. Может надо было? Подожди. Не, я не могу ее даже теперь взять, так что поддон менять не надо. Сейчас просто все засунем. Как было. И попробуем еще раз поводить. Поняла? Че так, что происходит вообще? Пока еще нет. Ну, короче, мы можем этот лазер водить. Сколько угодно, только по разным камерам. Ну, допустим. Припаяли схему. Ну и потом, видимо, запаять саму мышь.
я думаю, что мышь как раз совершенно не нужна. Да, проверим. Прикольно же. Сейчас мы задницу ей поджарим, смотри. Ты любознатель. Ну что, типа, схема запаяна, можно вынимать? Да. Привет, инвойдушка. Привет. Засунул. О, я Урель, тебе. Закрыл. О, ребята. Заработало. Забираем. Отлично, у нас есть гель. Ну что, отправляемся в следующую тайную комнату, как настоящий Гарри Поттер. Тут нам больше ничего не нужно. Давайте скажем спасибо женщине без головы с обвисшей грудью за то, что она пустила нас в свою лабораторию. Сейчас. Ой, какой панилор тут верца. Нас в очередной раз проверили на вен заболевания. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Отравите колодец. Какой нахрен? Отвали, скотина. Какой-то колодец предлагают отравить. Слушай, оно за мной сейчас будет ходить, я чувствую. Да? Хреновая. Хреновая новость. Так, здесь ничего нет. Тут какой-то ксерокс. Не работает. Так, ну мы почти все взяли, да? Нам что-то еще третье нужно. Вспоминай, что тебе было нужно третье. О! Вспомнить нереально. Тогда иди к Катерине, она тебе скажет, что тебе еще надо. Куча мертвых мужиков. О! Верхний этаж открылся. Ну, я думаю, что сейчас даже думать не надо, что мне нужно, потому что мы к этому идем сами. Hall F2, отлично. Мы наверху. Очередная сохранялка, возможно, возможно и нет. Боже мой, страшная музыка. Но я водолазный костюм, поэтому меня такими примитивными пугалками не проймешь. Что это такое? Что это такое? Ага, дверь. Дверь просто там заблокирована вообще со всех сторон. Окей. Угу, ясно. А вот здесь что? Ну, просто там компьютер, который раскроет красные двери. А здесь вот много тоже безбашенных тусовщиков. Не знаю, зачем мне это все слушать. Эй, слушай, слушай, это важно. Ну, вряд ли важно, потому что они просто издают какие-то странные пингвиньи звуки. Стоп. А, ну кнопка не нажимается, да, ясно, понятно. Бонич, у нас на канале новый зритель, Аурель. У нее сегодня день рождения. Никак не могу соединить эти два фактора, что же мне нужно сделать? А, возможно, поздравить с днем рождения Аурель. Да. Наверное, но я сомневаюсь, скорее всего, она не этого хочет от меня. Ну, поздравить. Ну, на всякий случай поздравлю, тебя поздравляю с днем рождения. Не знаю, сколько тебе лет, не знаю. А, замужем ты или нет? Она, ну, короче, замужем, она очень красивая. Ну тогда я тебе желаю детей мажоров и здоровья побольше. На то, чтобы реализовывать все свои самые сокровенные желания. Ну ты понимаешь, о чем я, да? Хотя. Хотя я сам не понимаю, о чем я. Вот и я там. Так, мальчики, короче, поздравьте девушку с днем рождения, имейте совесть. Окей, значит, открыли оставшиеся две последних двери. Ну что ж, сейчас. Там такая комната интересная. Ты бы в нее бы зашел бы. Чуть не хочется. Можно в другой раз? Ну, попробуй. Конференц-зал и какой-то задрыга сидит, уснул в салате, по всей видимости. Снова мне предлагают совать пальцы. Нет, не предлагают. Жаль. Это же местный бар. Что-то я не хочу есть их салаты, судя по тому, что стало с предыдущим посетителем. Так, что там? Кстати, там вот видишь, вот эти вот принтеры, там можно еду синтезировать.
А зачем водолазному костюму еда? Вот у меня один вопрос. Я подумала, что, возможно, тебе будет интересно. Ты же никогда не пробовал синтезировать себе еду, печатать ее на... Почему? Мне мама синтезирует каждый день, ну, регулярно, приезжает раз в недельку. Синтезирует мне еду. Ну, давайте просинтезируем, хорошо. Нужно коробочку сюда, да, засунуть. Эту коробочку сюда. И, наверное, ну, пускай будет красненькая. Ставь аккуратно. Красный цвет возбуждающий. Может быть, кетчуп, я не знаю. Черный — это перец, а голубой — это, не знаю, может быть, волосы Бориса Моисеева. Так, вот. И что нажать надо? Если же готовая еда, давайте поставим ее. Ну ты ее, да, сможем, по идее, оттуда достать, а то... А что жать-то? Не знаю, на кнопочку как-то. Тут нет кнопочки. О, смотрите. Тогда тебе не судьба. Зачем я собирал все это, весь этот пазл, не знаю. Ладно, валим отсюда. Я не знаю, зачем нам вообще нужна была эта комната. Я так понимаю, что ключевая эта комната силы. Сейчас я стану очень сильным, ребята. Я прям чувствую, как сила переполняет меня. Очередная закрытая дверь намертво. То есть вы поняли, да? Сейчас он будет бежать, роняя хитин на поворот. Честно говоря, лучше бы я синтезировал еду, потому что здесь вообще с полок падают какие-то тубусы. Может быть, термос с капустным соком. И пока что достаточно глухо. Эта хрень не открывается. Мы здесь еще не были. А вот, друзья, прототип Робокопа здесь с нами тоже. Блин, неужели они все встанут? Я прям не верю. Это будет так волнительно и долго, правда. Так, открываем щиток. И ничего. Лол. Сюда нужно что-то вставить, наверное. Ага. Высокопроизводительные перезаряженные литиево-серые комплекты 515 ватт. Аккумулятор энергодруг производства Хаймацу под стандартный разъем из 3D. Зачем я все это читаю? Я же не... Ну, за тем, чтобы ты знал, что ты ищешь. Я же не инженер на заводе. Я все равно никогда в жизни не отличу стандартный разъем от нестандартного. О! А вот это мне уже совсем не нравится. Ага. А, ну вон он стоит. Ну началось. И чё? С тобой как-то фарш, да? Он выпал, подбал, наверное, твою мать! Он еще страшнее, чем предыдущий. Он говорит мяу-мяу. Он ходит. Предыдущие тоже ходили. Не, предыдущие лежали без головы. Это меня больше устраивало и... Да ладно, серьезно. Что? Алекс говорит, что сейчас будут обнимашки. Я не готов к обнимашкам. Можно я засну один? Тебе рекомендуют подойти и поздороваться. А мне ведь нужно туда. Может быть, его надо как-то... Твою мать! Нет, серьезно, да? Вы хотите, чтобы я пробрался вот к этому компьютеру ползком? Ничего там не нашел. Пошел в обход дальше. Потом выяснил, что тебе надо туда, где он стоит. Да, да, да. Напуденил в штаны, надудонил и убежал. Обязательно прыжку. Тихо. Что? Это не зря. Мне нужно к этой системе, да? Мне нужно прорваться к этой системе. Мне нужно к тому щитку, да? Я правильно понимаю? Ну, в общем, да.
Ой-о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 й-
мной, ребята! Он бежит за мной! Как же страшно, господи, нет! Он идет. Оно ходит, оно разговаривает. Оно стонет. Так, внимание, вопрос, дети. А что же мне? А что же мне делать? Подойти, обнять, утешить. Я не хочу с ним обниматься, ей-богу, правда. Я лучше обнимусь с 60-летней тайской проституткой, которая переспала со всеми тайскими дальнобойщиками. Есть дальнобойщики? Наверное, в Таиланде есть дальнобойщики. Там в Таиланде. Может, они по кругу ездят. Блин, ну а как я там пройду? Оно. Ну, может, тебе его надо как-то ограничивать? Там пусто. Так, короче... На нас напала какая-то подделка железного дровосека. Вот тут подсказывает Варгрим. Ищи бронированный туалет. Спасибо. Спасибо, друг, за подсказку. Вы, как всегда, лаконичны и очень точны в своих советах. А, может быть, я здесь как-нибудь пролезу, нет? Надо посветить ему в лицо, чтобы он дальше побежал, потому что... Стоп, ну, допустим, он побежит дальше. Я должен где-то с ним разминуться на кругу. Где? Где я смогу это сделать? Я смогу спрятаться в комнате, он побежит за мной. А я спрячусь. Классная же мысль, да? Да нет, честно говоря, мысль дерьмовая. Вот здесь вот нужно разминаться с ним на кругу, вот так вот. Пробегать... Он за мной, я от него, и вот так вот забегать. Ну, это какая-то фантастика, по-моему. Беги, Поч, беги когда-нибудь. А то подойдет. Мне сейчас главное понять, насколько быстро оно бегает, потому что... Ну, вот сейчас ты это видишь. Здорово. Беги. Блин, хватит издавать такие страшные звуки. Побежал, господи, оно жутко орёт! Мне очень страшно, баба! Оно бежит! А нет, не бежит. Спокойно. Так он бежит или не бежит? Да хрен поймешь. Вот это... Не убегай так, потребитель. А, да? Ну-ну. Я посмотрел бы на вас, если бы вы столкнулись с говорящим тазиком. Мне про говорящий тазик сразу вспоминается старый рассказ моего детства. Слышь, ты! Подделка на Филлипс. Иди сюда. И побегаем. Лошара! Побежал? Это как-то я бы не заметил. Да-да-да, он идет! Он идет! Он идет! Он идет очень быстро! Очень быстро! Он очень быстро бегает! Или мне так кажется, я не знаю. Это тебе так кажется. Ой-ой-ой, да что такое? Он здесь! Оно здесь, господи! Эй, вернись, вернись! Эй, мужик! Давай по кругу, как в шоу Бонни Хилла. Эй! Да, куда? Куда? Не туда! Еще разочек, давай! Оно не хочет выходить. Блин, а с какой-то стороны? Да блин! Ну иди сюда! Оно не выходит из двери. Оно не выходит из двери, ребят. А задница ничего. Несмотря на то, что робот. Нет, оно выходит из двери, но оно боится света, я не знаю. А если я попробую сделать следующее? Ну не плачь, не утонет речный мяч. Куда ты? Оно с ножом. Я его запер. Да-да-да, оно бежит.
Она бежит очень быстро! Мне очень страшно, нет! Нет! Добраться! Добежать! Ой, очень страшно, господи! Мама, я не буду больше играть никогда! Забираем какую-то херню! Зарекался, коза, в огород ходите. Тебе нужно что это? Что это такой? Спасибо! А где я его возьму? Тут где-то. Тут нету больше нигде. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Умирает ой-ой. Зайчик мой. Тут больше нету. Ой, я хочу, пожалуйста. Снова бежит. Очень быстро, очень быстро бежит. Ты уверен, что он бежит именно быстро? А, да, ты правда, быстро. Дается мне кого-то обнять. Говорила я тебе. Так, ну самое главное... Мне нужен щиток. Щитка нет. А, стойте, я на входе. Черт, мне нужно как-то оттуда теперь выйти. Боже ты мой. А мне на один удар, на одну тысячку. Вот она, нет. Нет, серьезно, разрабы, где? Пожалуйста. Я все прощу. Отдайте мне эту хрень. Ну, где-то здесь, ищи, да? Ищи еще один щиток. Там был щиток, помнишь? Но там ничего не было. Ну, вот, правильно, то, что тогда надо было вставить, поскольку. Оно теперь не... Оно теперь... Что? Оно теперь не хочет выходить, прикиньте. Так, здесь щитка тоже нет. Как он хоть выглядит? Как он хоть выглядит? А, ну я его не перепутаю, наверное, ни с чем. Или перепутаю с чем-нибудь. Желтый. Желтый щиток. Ребят, это не смешно. А как я оттуда выйду теперь? Я теперь... Я не стал быстрее после того, как меня ножом два раза саданули по хребту. А оно не хочет выбираться оттуда. Ну, а ты ему покажи себе и хромай потихонечку. Может, здесь? Ну, хоть что-нибудь. Пожалуйста, маленькую подсказочку. Хорошо, я засуну туда хотя бы один щиток. Нет, право, серьезно. А как я... Как я пройду? Дядя. Алло, давай, беги за мной. Это мой единственный шанс. Давай, о, побежал. Да, он задвигался. Ой, бляха-муха, он не то, что задвигался. Щиток! Не знаю, что это. Что это, я не знаю, что-то обронил. Слушайте, вот что нам нужно открыть. Нам нужно открыть эту хрень. О, нет, дядя! Ты что такое? Слушайте, я, поскольку совал руки слишком часто в разные места, я еще жив. Что от меня хочет игра? Весь мир плывет перед глазами, я ничего не соображаю. Где-то под боком дышит этот... Это тостер, внезапно восставший. Как у тебя все покалывает, туман. О! Ага. А, это не он. А, стойте, я опять в зоне... Да нет, я снова сначала... Я... Вон! Нет, что вон? Где-то здесь что-то должно быть. Вот ты должен был туда аккумулятор вставить. А, нет, все нормально, я как раз там, где нужно. Ты
Подожди. Может быть откроется после того, как я вставлю один аккумулятор? Давайте затестим. Как же мне плохо. Меня так сейчас шкандыбает вообще. Таращит по полной программе. Здесь мы вообще, может быть, каску одеть? Наверное. На пустую голову это не сильно поможет. Стойте, а это не щит? Это факин щит, я чувствую. Так, ну давайте хотя бы один вставим. Вдруг что-нибудь поменяется. Где там этот щиток был? И где он был, кто-нибудь помнит? Лично я напрочь не могу вспомнить, где он был. Я надеюсь, тот ко мне больше не придет. Тут его не было, да? Это кухня. Руку, пожалуйста, дайте ставить руку, я вас очень прошу. Нет. Ладно. Все перемацал, да, согласен. Это была моя ошибка. Где был щиток, Данеш? Можешь мне? Лестница вниз. Он же был где-то здесь. Кнопка не открывала. Вот он. Да, это вход на омикрон. Нет, это не он. Да блин! А, нет, это он. Кто? Или не он? Нет, еще все в крови. Ну, написано на нем наверху омикрон. Не, да, но вставляли мы не в этот щиток, если честно. Что от меня хочет игра дальше? Я... А может быть... Может быть, мне просто надо к Кате сейчас сходить? Пообщаться с ней немножко, а? Общаюсь. Ну, потому что пока решительно не ясно. То есть там больше нет ничего. Мы забрали последнее. У этой... скотины. Короче, я, пожалуй, схожу вниз сейчас. Все-таки мне вот наибольший интерес представляют вот эти вот заблокированные кнопки. Да, но они заблокированы и с ними. Но ты их можешь же разблокировать. Да, силой, наверное, своего экстрасенсорного воздействия. Так, а где Катя вообще? Перед глазами все плывет. Кто-то наблевал в корыто. Может быть, кто-то кормит свиней просто. Какой-то капуста, непонятно. Ну, откуда здесь свиньи? Это водоросль. Морская пища. Капуста. Пища будущего. Жить не обойтись. Окей, я решительно не помню, где Катя. Ну, а где ты потерял свою... Господи! Стекло! Что? Я не знаю. Мне сказали, что за мной пойдут. Не надо за мной никуда ходить, правда. Серьезно, мне и так хорошо, правда. Я совершенно не нуждаюсь в чьем-либо. Теперь я могу зайти внутрь. Все компьютеры поломались. Мне Катя нужна. Дверь. Может здесь? Нет, это не тут, да? Катя не здесь. А где же Катя? Давайте попробуем. Нет, Катя здесь. Мы же отсюда пришли, по-моему, да? Кажется, да. Я просто хочу найти женщину. Мне нужно уткнуться в чью-нибудь, даже пускай метафорическую грудь. И порыдать, кто? Потому что этот тазик меня порядком измордовал. Нет, здесь мы... Нет, здесь Кати нет. Где ж Катюша-то, а? Есть хоть какие-то догадки на этот счет? Кать, вернись, я все прощу, серьезно. Я даже готов каждый день ходить за майонезом, с хлебом, но... Правда, там я... Там вот тебе подсказывает, поверь полгода, вдруг там спит.
Ну, идем в совершенно случайные комнаты. Нет, сюда мы пришли. Здесь кормили свиней. Здесь лестница. А, вот еще вниз. По-моему, Катька была где-то внизу, нет? Да, вот же гидрокостюм. Очередная закрытая хрень. Где-то здесь. Резерч. Дверь. Нет, она открыта. Может, внизу тоже что-нибудь открылось? Ну, а вдруг? Чем черт не шутит? Все плывет перед глазами. Просто нереальная ошибка. Энцефалокомплекс извлечен. А, это я снизу. Это... Угу. Катя! А, это ж Сыроежкин. Лол, короче... Короче, да, знаешь. Что? Катя на втором подсказывает. Катя на втором подсказывает. Спасибо, ребят, спасибо за подсказку. Потому что мне срочно нужно поплакаться ей в подол. А ты бы пошевелил там, лапочки горели? Да там ничего. У нас, короче, есть три предмета. Точнее, два с половиной, наверное. Вот это второй этаж, да? Четыре двери. Здесь нет. Есть, возможно, здесь. Да нет, 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 нет. Нет, нет! Кто здесь? Я туда не пойду. Вы нет, есть. Идет она в жопу. Катя! Кать! Кать! Катюш, солнышко мое, зая, рыба. А что тебе сделают рыба? Уху. А, понятно. Ну ясно, короче, мне нужно идти туда, откуда. Господи, господи, нет, я... Ты слышишь это? Нет, я тут... О, зато я это вижу. Он там! Он стоит там! Это крайне дерьмовая новость, учитывая, что... Ой! А можно Катю? А можно Катю, друг? Я как бы не к вам. Ты знаешь, мне что-то подсказывает, что мне нужно именно туда. Вон там большой компьютер. То ли это второй, то ли это этот спустился, товарищ. Очень стрёмно. Очень, ребята. Стрёмно до усирачки просто. Значит, пока идем по коридору. Смотри, рыбки плавают. Смотри, на плавающие. Нет, 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 пожалуйста, нет, беги, пожалуйста, я хочу жить. Какого черта я? Рекламная пауза. Я же бежал. Ты хромал, Бонич, я тебе говорила. Нет. Это максимальная скорость, на которую я был способен. Надо было сразу бежать, на пофигу, да, не ползти. Фух, это было довольно волнительно, ей-богу, пишет. Правда. Так, Бонич, могу дать номер там и Кате, и Маше, и кто угодно. Поверь мне, мой друг, в моем нынешнем положении этих номеров у меня достаточно. Они не помогут пройти игру. Я проверял. Можем даже проэкспериментировать. Друзья, Данеш, можно я пойду немножко подышу воздухом 3 минуты? Валерьяновый корешочек погрызть? Поем афобазол, персенчик закушу. Потому что хорошо, это... а мне предлагаешь развлекать почтенную публику? Да, почтенную и не совсем почтенную, любую публику, короче. Понятно. Я сейчас пойду. Граждане публика, чем же вас развлечь? Что вам такого? Рассказать, почитать. Пишите.
Кошки разбежались соседи. У него всего одна кошка, я боюсь, ей некуда бежать. Все-таки почтенные, жаждем зрелищ. Но я не могу тебе предоставить зрелище, инвойдушка. Ты же понимаешь, да, я не могу повесить здесь камеру. И потом я немножечко не одета. Будет вебка? Нет, вебки не будет. Вы же понимаете, да, мы сидим в TeamSpeak, как я вот здесь вебку выведу. И потом, чтобы мне вывести вебку, мне надо немножечко причесаться, накраситься, освещение поставить, платьице что-нибудь одеть. Так что давайте. Так сойдет. Ну, вполне возможно, но нет. Идеально. Бонечек кончился кисель. Тут Бонеч пошел кирпичи отгребать. Я так думаю, что он как раз там на новый дом отложил. Все-таки. Чем мне вас развлечь? Могу попробовать какой-нибудь. Так, сейчас, секундочку. Коты! Что это за файтинги в ночи? Давно в котов тапки не летали? Извините, у меня тут вечерние дуэли у котов. А, так вот, все-таки, возвращаясь к нашим баранам. Вопрос. Чем же мне вас, собственно, порадовать, пока Вонич успокаивает свои нервы? Высотку? Ну, это зрелище бесплатится только по паспорту. Ну да, по паспорту. Вообще. Анекдот расскажи. Давайте я, может быть, анекдоты в студию. Давайте я, может быть, просто что-нибудь почитаю, а вот там уже Бунич пришел. Okay. Ничего не расскажи, ничего не почитай. Расскажи, как выглядишь. Okay. Устала. Okay. Бунич, ты поменял майку? Я поменял трусы. А майку? В майку незачем, майка чистая. Здорово, здорово. Отличный ник. Так, и что это означает? Куда? Что? А, ну ясно, понятно. Короче, мы начинаем со второго этажа. Ясно, это тоже понятно. Это мы тоже проходили все. Я пойду туда за вами. Короче, мы сейчас просто, ребят, бежим. Доползаем до определенного момента. Может быть, закроем. Может... Я полз в прошлый раз, оно не очень помогло. Если есть. Если дверь закрывается с этой стороны, закрывается и с той. Правда, ребят? Правда, ребят? Конечно. А теперь бежим. А если нет. Похеру, бежим. Закрывай! 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 О, хорошо! Хорошо! Затвори ворота, Катя! Заперла! Что происходит? Происходит полная задница. Я разозлил еще одну чудовищную нью. Но типа какого-то очередного колдыря. У нас все, что нужно? Да, давайте начинать. Давайте начинать. Что? Что мне для этого нужно сделать? Let's go to work. Вставили. Это. Просто безумие. Не вовремя ты это подметил, мой друг. Проверь, что все было вместе, чтобы структурный гель соединял все части. Как я это проверю? Попробуйте разактивировать костюм с терминала. Вставили ему голову вместо шлема.
разактивировать... Что? Что? Видимо, отсюда. Контроллер. Кошка, заткнись. Какая информация? Как я его разактивирую? Тут же нет кнопок. А, вот тут одна кнопка. Но она... Activate терминал. Но она не работает. Кать? 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 Давай поговорим. Скажи, ты давно ходила в кино? Может, в ресторан какой пойдем? Я даже в театр готов. Только разактивируй мне костюм. Попробуйте разактивировать костюм. А, вот, с терминала. Вот здесь. Что? Рейли Харбер, диспетчер Омикрон. Тут ничего не жмется. Окей, ладно, еще раз. Терминал. Давайте попробуем для тупых. Какая информация? Назад. А! Вот же, да. Активация. Класс С. Капс Д. Ошибка. Ну что, ребята, пошла матрица. Я просто не могу поверить, что я залезаю в мертвое тело. Может, ты сама с меня залезешь? Я собирался это предложить, если бы вы не отказались. Че, пошла вы без меня, иначе я не могу, Сеня. Это важно, я должна запустить ковчег. Вы правда бы это сделали? Вы меня киданули? Конечно, киданула. За шапку сухарей продала бы. Потому что ковчег. Все, а ты ничто. А это будет как раньше, я закрою глаза, и потом я типа уже женщина. Да типа того. Ладно. Давай попробуем. Никогда не был бабой. Сядьте на место пилота в следующей комнате. Может потребоваться загрузка. Отлично. Сядьте на место пилота в следующей комнате. Следующая комната здесь. Или здесь. Это экранчик, это откровись. Это, я так понимаю, соседняя какая-то. Ну да, но... Нет, здесь костюмы держат. А, вот. Садись. Нет, понишь, тут костюмы, тебе надо вот в следующей туда, комнате? Вот так. Да, вот сюда. Ну вот там, где стул пустой. Да, да. Да, но как я на него сяду? А, вот так, да? Надо отмотать назад активность вашего текущего антиполоча, пропустить через усилитель, который в новый чип убедится, что все синхронизировано. Спасибо! Спасибо! Ты не понял половину, я не понял всего. Окей. Какое смещение? Что? Надо, наверное, задать одинаковую амплитуду. Алло, говорит Бонич, читай текст. Совпадение от сигнала. Может, ноль? Тебе надо, чтобы тебя вот эти вот... А, я понял, чтобы эти хрени... Синусоиды совпали. Ага, я понял, частота 9. Посерединке смещение. А она скачет, как блоха на собаке. Ого. Работай. Ого. Посмотрим. Ну, куда ты? Не так все просто. Я правда стараюсь. Панич нижний. Я нежен как никогда, детка. Но они почти совпали. Нет. Во! Во! Да как не совпадают? Совпадают. О! Корректирую. Отлично. Связь установлена. Можно начинать передачу. Че, прям сейчас? Нет, послезавтра. Садись уже, Сеня. Блин, что-то я не хочу начинать передачу. Да ладно. Если че, я буду считать тебя комсомольцем. Да мне пофиг на самую дорогую фотокамеру в мире. Знаете, индейцы думали, что фотографии забирают души. У индейцев не было фотоаппаратов, идиот. Ух ты! Круто, я женщина. Явно что-то не так. Можешь меня там проверить на что-нибудь? Может, у меня камни в почках? Что это было? Не, просто... Почему я еще говорил?
Он такой же, как и прежде. Катюня, чё ты меня напариваешь? Нормально, вы о чем? Вы знаете, что это не магия? Вас скопировали. Спящий в кресле Сеня был скопирован, и теперь ты новый Сеня. Точно такой же Сеня продолжал жить в Торонте. Чёрт вас возьми. Две Сеня! Не может быть двух Сень! Чего вы хотели? Что вы знаете, разум пересадить его в другое тело? Пересадка мозга. Извините, вырезать, вставить нельзя, можно только скопировать. Вы понимаете, что вы сделали? Я прошу вас. Вы еще мне на эту хрень реагировать? Слушай, заткнись, сама заткнись, стерва! Что дальше? Поспит немного, несколько дней, потом проснется. А потом что, снова проснется, совсем один? Очень жестоко. Ну а что вы с ним хотите сделать? Ну, завалите его, если хотите, расскажите. Мы его ставим в бездну? Что если ему не нужно будет просыпаться? Вы что, его замочите? Грохну, как собаку под забором. Как его убить? Все, я все для вас настроила. Хочешь завалить другого Сеню? Вали, я в этом не участвую. Все, я отключаюсь, пока. Абонент недоступен. А как его убить? Я думаю, что никак. Ну ты подойди к тушке, посмотри, что там такое. Господи, это я. Это я. Разрядишь батарею, убьешь. Внимание, неисправна батарея, уже разрядил. А, что, шприц можно засандалить. Она говорит, все для меня. Ну, Синю, ну. Ладно, вот тебе иголки. Господи, мы сейчас убьем себя, и еще грустная музыка включилась. Я сейчас утону в своих слезах. Что делать? Батарея неисправна. Ага. Кнопка не нажимается. Кать, я понимаю, что наш метафорический диалог крайне интересен. Как мне шлепнуть второго? Подруга. Блин, ты еще и отключилась. Паскуда. Так. Забрала мне тул. Может, просто уйдем? Черт бы с ним сильно. А он проснется и один, брошенный. Да, но жизнь суровая штука. Ну и все такое. Тебе себя не жалко? Жалко. Погружаемся. Сердце хобота. Одиссея, а мы же батарею, мы батарею разрядили, он не проснется. Так что происходит? Куда дальше вы нас отправите? Ну? То есть вы хотите, чтобы я опять по перилам попер вверх, да? Что же вы такие неугомонные, а? Нет, правда, я все понимаю, но... Сколько ж можно бегать по этим желобам? Ладно, пойдем. А я не могу спуститься вниз, лол. Мое новое тело бегает быстрее. И, кстати, прыгает оно, как в воде оно теперь ведется. Она просто еще здорова. Не-не, оно в воде себя ведет классно. Ой, тут лестница. А, нет, 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 пожалуйста. Нет, нет, пожалуйста. Все, я погружаюсь. Чего? А, лестница, понятно. Краб утонул. Я примерно так же и хотел сделать. Она же сказала, можно погружаться. Какого черта? Можно, но не такими же методами. Я только такими умею, простите. Ну ладно. Давайте еще разочек. Тем более, что идти недалеко. Ля-л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 я. Так, а может быть направо? А может быть направо? Так смотри, ты же посмотри, там были тросы. Значит, раз есть трос, значит, где-то есть то, что по этим тросам едет. Смотри, а я что нашел. Что ты нашел? Просто побежать в другую сторону. Нашел лифт. Ла-л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 а. Так. Не радовалась. А чё? А чё бы не порадоваться, если человек хороший?
Все, погружаемся. А, нет, не погружаемся. Are we done here? Мы закончили? Yeah. Типа того. Включи подъемник, пожалуйста. Не стоит благодарности. Что? Один пассажир или два? Один. Ты же один. Хрен его. Подъем или спуск? Спуск. Да, спуск, наверное, да. Ну, я все включил. Можно садиться? Да. Так, нужно выбрать место, чтобы был самый классный обзор. Ты на кнопочку-то нажал, чтобы у тебя все это поехало? Оно не нажимается. А, ну тогда садись. Пока не сядешь, не поедешь. Включи подъемник, говорит, и все. Ну все, ладно, сел. Ну что-то ничего не меняется. Ну ты сядь. Да и сел. Зафиксируйся. Сижу, курю. Все нормально. А как я зафиксируюсь? Я не могу зафиксироваться. Просто зафиксируйся. Ну там, ты же видел такие скобы, которые... Ну, а как... там вот рычаг есть, подсказывает. Где? А, вот точно рычаг. Что? Так, сели. Ребят. Че уходить от меня? Ну, рычаг, опусти рычаг и сел. Он не опускается, он поднимается сразу. Ну, ты его... И вот там кнопка загоралась же. Че там не загоралась? Ну, загоралась еще, она... Не доделал. Она неактивна. Может, подъем? Нет, тебе нужен... У тебя два пассажира, должен быть один, Бонич. Там только что был один. Ну, не знаю. Сейчас у тебя там два пассажира. Спуск и два... Один пассажир, а у тебя два. А я хочу подняться. Вон, видишь, два пассажира снова. 2-1, 2-1, он все время меняется. Вот опять пассажира 2, он сам меняется. Он не поймет. Должно-то быть один. Почему? Как? Ты доведи его туда до конца. Нет, оставь. О! Понеслась. Рычаг. Вот, и сел. Да сел, все нормально. Как говорил Гагарин, поехали! А мы уже узнали, что происходит после смерти. Это вообще возможно? Есть какая-нибудь загробная жизнь, типа рай, ад и все такое? Ханра преисподня? Настоящий я врезал дуба 100 лет назад, если для меня еще место. А что насчет Сени, которого я убил на Омикроне? Как думаете, Катя, есть день рай с избыточными копиями одних и тех же людей? Может, рай для клонов? 500 овечек Долли там? И еще кто-нибудь? Катя, тебе не кажется, что невежливо не отвечать мне? Считаешь, что судьбой варганку убрал, не угадал бы, гнил бы сейчас на Омикроне. Ведь заранее не узнаешь, так? Ведь не гарантировали, что Сеня очнется именно в том теле, да? Да и как бы вы узнали. Он вроде мог считать себя правильным мужиком и все такое. Что-то с нами не хотят говорить. Christ. Твою мать, это же полная чушь. Хинея какая-то. А вы бы и поверили, да? Ну как бы вы поняли, что это не я, не настоящий я, не тот, что был 100 лет назад. Ну скажите что-нибудь. Мне думать не хочется. Ну быстро говори, женщина. Я не знаю, что сказать, Синя. Ты несешь какую-то пургу. Хоть что-нибудь скажи. Я в детстве часто лазила по ступенькам до самого верха здания. До сих пор помню, как надо было рукой упираться, чтобы открыть тяжелую стальную дверь. Когда я впервые осмелилась туда зайти,
Я вышла на крышу и смотрела, как над Тайбэем поднимается и оседает смог. Я встала на угловой уступ, и там, знаешь, был такой теплый ветер, шевелил мне волосы, развивал их. Солнце садилось, все было так романтично, в розовых красках. Толпа внизу струилась, как краска из-под кисти художника. Пахло вкусной жракой, китайской собакой и чем-то еще, может быть, ослиной мочой. А на какое-то время почувствовала небывалое единение со всеми мирами. Никогда еще не испытывала такого сильного чувства. Так хорошо мне было только после потери девственности. Потом это чувство ослабло, но я еще много раз поднималась на крышу. Я не религиозный, но понимаю, зачем людям религия. Осознание своего существования вдохновляет невероятно сильно. Пусть я всегда его по-прежнему чувствую этот восторг. Даже сейчас вы на той крыше. Сейчас все иначе. Но мы... А какой смысл продолжать? Крыша-то пропала. Крыша снесло, все оставшиеся люди цифровые копии в компьютерах на дне океана. Мы никогда не сможем отстроить свой мир заново. Вас правда так печалит нынешний облик, или вы говорите о человеке, который пошел на сканирование 100 лет назад? И то, наверное. Я был, в принципе, симпатичным парнем. Там, в Торонто, даже в худшем случае, я мог предсказать, что будет, если никто не лишал меня прошлого. А тут... как с корнем вырвали, я ничего здесь не узнаю. Никаких воспоминаний. Одна ты, тостер недоделанный. Даже если мы дойдем до ковчега, что от этого изменится? Я так и останусь один. Ни друзей, ни семьи. Если над подругой то электронная, вы можете завести новых друзей. Всем интересно будет узнать путешественников во времени. А если нет, у вас есть... Ой. Кэтя? Кэтрин? Кэтя, очнись! Да ладно. Все, приплыли? Да нет. Сдается мне, что-то сломалось. Да нет. Датском королевстве. И что вы мне предлагаете? А, просто можно подняться по лестнице. Хорошо. Стойте, Катю наверное, забирать не будем? Что-нибудь починить. Батарейка села, может быть. Что-то я вниз не хочу. Смотрите, вокруг плавают какие симпатичные медузы. Они похожи на арбузы. Вон, на кнопочку нажми, видишь, красненькая горит. А, ее открыть сначала. Это немного, конечно, но... Почему мы остановились? Отрубился ток. Это, наверное, наружное давление. Постил прямо на пределе. Не бзди, он должен выдержать. Успокойся. Какая разница, ты все равно не в своем теле. Когда у вас питания нет, время останавливается? Время, скажем так, становится неактуальным. А чё, в чем разница? Я не чувствую, будто меня что-то замедляет. И размышлять о пропущенном времени мне дела нет. Мне просто по барабану. Как будто спишь, но не видишь снов? Ага, типа того. Где уснёшь и просыпаешься, как правило, там же. Прям как алкаш из подворотни. А то, что у меня, это скорее какой-то момент, бесконечно стремящийся к завершению. По описанию, как кино на живую монтирую. Типа так. Звучит, наверное, интересно. На самом деле, это скучнейшая чушня. Тяжко тебе, наверное. Могло быть и хуже, зато у меня месячных нет. Я могла стать путешественником во времени и все такое. И куда уж хуже. Окей. Погружаемся. Ёпки себе. Опять! Снова. О, нет! Ты смог. Я все приготовлю. Не надо ничего готовить. Ты же не Макаревич, это не программа СМАК. Что? Что, Бонич, бежать-то некуда. С возвращением, Синя. А что это было? Что-то упало на клетку. Ты сознание потерял. Очнулся, гипс. И оно со мной говорило. Похоже было на человека, порождение Нью. Посмотрела, а потом прыгнула в самую бездну. Оно сказало, что тут приготовило. Или что-то типа того.
Чуть мне это не нравится. Очень странная морда. Я думал, этот хмырь тебя замочит. Полностью согласен. Я все скоро уже дно океанов. Это слово, это подъемник уже на пределе. Так, это сектор Омега, примерно полгектара глубокого дна, занятых под ТОСом 3. Я думаю, до Тау нам еще надо будет дойти пешком. Да нет, 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 я не хочу пешком. Здесь раньше была? Была, но в другом виде. А здесь была другая вы? Да хватит уже свою философию. Это просто софистика, чувак, это не имеет отношения к делу. Так, валим на Тау, найдем ковчег, и там и схоронимся. Однако, можно выйти? Пожалуйста. Пожалуйста. Нет, ну нам сказали, что нас что-то приготовили, это меня немножко смущает, я право в беспокойстве. Ей-богу, я не ем после 6. Ошибка. Вон дверь какая-то. Я думаю, что это она. Господи. Всем здрасте. Журнал спас. Не выполнено, не выполнено, ничего не выполнено. Все плохо, все лопается. В систему не войти. О, господи. Ага. Ясно, понятно. Это тоже открывается. Я сказал, она открывается. Она не открывается. Так, закроем здесь. И откроем там. Что не так? Что не так? А может быть назад нужно? Может ее расшатать надо? Она просто не открывается. Она заклинила. Журнал спас. Яблочный спас. Что от нас хочет эта система теперь? Пока непонятно. Не выполнила, не выполнила. Войти в систему невозможно. Друзья, за неимением другого варианта мы просто выходим отсюда. Здесь, конечно, мило, безусловно, но... Да ладно, тут что, гроза, что ли, подводная? Не смешите мои подковы. Так. Я так понимаю, этот ноутбук испортился. Тао, отвечайте. Тао, ты где? Ничего, глухо, как в танке. Такая загогулина. Мне кажется, что ты вышел на финишный круг. Да, но... Ладно, просто идем прямо. Пофигу. Что еще делать? Вон там еще какая-то хрень. А, стойте, я отсюда пришел. Нет? Куда нам нужно? Но... На Тау? Я правда понятия не имею, где-то там. Так, я отсюда пришел, ребят. Ну вон по коридорчику. Не люблю коридорчики. Ладно. Ну, здесь вряд ли за того кто-нибудь будет бегать. Ну да, тут миллион тысяч миль. Тебя Фигура Ремикс спрашивает. Бонич, читал Маракотову бездну? Чего читал? Маракотову бездну. Нет. Читал. А надо? Да. Понял. Разрешите приступить? Да. Понял. Так, ты что? Ух ты, книжки плавают, как мило. Так, что-то пожрать тут нечего. Гроза какая-то. Какая гроза может быть на дне океана? Что за психоделика? Короче, полный сюр, ребята. О, компьютер. И что? Что вы хотите от меня?
ничего не активно. Идем дальше. Так, я уже вижу Тау. И Тау, и Этау. Тут ничего. Блин, паранойя какая-то. Включайся, Сим-Сим. Ух ты, как интересно. Ну тот, который вот прыгнул в бездну. Этот жлоб, он же нас тут ждет. Фраерок пушастый. Ладно. Ждет так ждет. Побежали, ребята. Вместе весело шагать по простору. Какой-то огромный электронный кит-касатка летит за нами. Плывет за нами. Я не знаю, что он делает за нами. Господи, добежать, 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 добежать. Боня, Боня, Боня! Валим! Оп. Что? Что мне нужно сделать? Закрыть дверь, в первую очередь, закрыть дверь. Что бы это ни было, оно, наверное, не умеет открывать двери. Это вот, вот такая вот тварь. Так, хорошо. Поехали, опись. Ага, сушеный кальмар, 0 килограмм. Такое ощущение, что это... Что это меню в ресторане японской питалки. Результаты. Я сомневался, что тут кто-то заказывал суши на глубину 100 километров. Мортал Сократ просит, дай на рыбку посмотреть. Алло, вопрошай, а как же храбро посмотреть врагу в глаза? Кальмар, удильщик, это, я так понимаю, местная фауна. Фауна. Горбатый кит. И чё вы? Чё? Что? Спасибо, я... Я не люблю подводную Одиссею Кусто. Что делать-то с этим всем, скажите? Дайте мне руку куда-нибудь засунуть. О, можно, смотрите, отлично. Как только я заказал приятную влажную дырку, она тут же появилась. Ну, она влажная, потому что мы на дне, а приятная, потому что мой персонаж от этого испытывает какой-то свой своеобразный кайф. Ладно, рычаг, смотрите. Что? Что не так? Рычаг заклинило. Почему? Не знаю. С этим можешь что-то сделать? Понятия не имею. Да, рыбы. Неприкольные. Скорее всего, они хищные. Но нахрена им я? Короче, его нельзя открыть. Блин, какие-то хреновые новости. Тут точно ничего не сделать, да? Статистика. Журнал заданий. Приманка, сушеный кальмар. Решил касатку приманить, чтобы с ней пообщаться. Приманка, синий марлин. Я не понимаю, что... что... Ну, кто-то ставил эксперимент. О-о-о-о. Да рыбу ловить умеешь. Да, но не таких размеров. Какое-то течение образовалось, вы видите? Меня сейчас сносит. Он там все правильно пишет. Катаем, что, мне нужно дальше идти? Тебя ознакомили с гостями, приглашенными на званый ужин. А главное блюдо – атланты с кассандрой под давлением. Да ладно, серьезно. То есть мне нужно идти дальше, да, вы хотите сказать? Рилия. Окей. Я просто иду по проводу. Мамочки, как страшно! Да ладно, еще ничего не происходит, что ты кричишь? Не знаю. Я просто паникую. Зачем? Тру-ла-ла, тру-ла-ла, тру-ла-ла. Ничего ж не происходит, ну и нормально. Идем по лампам. Лампы заканчиваются, кстати, ребят. А все? А нет. Я не понимаю, что это за природное явление.
Это течение. А откуда такое течение на дне океана под таким давлением? Что за... А! Что ты сделаешь? Ну, задувает немножечко. Ну, пыль к морду летит. Крипик. Там кто-то проплыл, кто-то не маленький, если честно. Да, у сундука. Я не знаю, что это такое. Какие-то шприцы. Господи, как же стрёмно. Пожалуйста, дайте я дойду до... Давайте я дойду до своей маленькой ручки уютной. Там плавает, глазка. Я вам подсказываю, что надо прятаться, а то бы ты и сам подумаешь. Не знаю, мне пока прятаться не столь необходимо. Так, ребят, мы приближаемся, видимо, к какому-то старинному замку Франкенштейна. Ну или к Сколково. Наверное, так оно будет выглядеть в 3500 году. Он еще вышел на финиш. Давай. Что? Где мы? Что? Давай. Что? Гриби, достаточная энергия. Так, можно снова совать палец. Давайте это и сделаем. Сорян. Важная информация. Так. Окей. Да, вы меня алло, слышите? Пишет, пора уже задать. Есть там кто-нибудь? Я тут есть. Я говорю, Тао. Кто здесь гавкает? С тобой собака не гавкает, а разговаривает Ян Петерсон. Что? Прекрати спойлерить. Так, я какой-то рычаг нажал и... Не знаю, мне дальше, что ли? По всей видимости, да. Ага. Невозможно получить данные. Ну, классно! А управлять возможно, обсерватория? Включите. Включите хоть что-нибудь. О, Тау. Грузится Тау, это радует. О, мне за ним, да? Я правильно понимаю, что мне за ним? Мне за ним пиляндрить, да? Он издает такие звуки, что мне очень не хочется за ним передвигаться. Чувак, пожалуйста, кем бы ты ни был, выведи меня туда и... Я надеюсь, на этом игра закончится. Ого. Давай. Кто-то там есть. Там кто-то есть. Я ни хрена не вижу. Кто? Выключаем. Ох ты, господи. Ох ты, господи. Господи, боже ты мой. Справа кто-то стоял. Плевать, я просто иду за ним. Все рушится, все разваливается. Давай, веди меня. Веди на Тау, дядя. Эй, ты где? Какая-то тварь сожрала моего проводника. Моего поводыря. А дальше что? Скажи спасибо, что она не съела при этом тебя. Ладно, идем на свет, пофигу. Ну иди, вот там ты. А ты назад пошел. Я не назад, я на свет. Единственные маяки, которые здесь работают. Ой, краб, привет! Или что это? Глубоководный. Блин, я в царстве каких-то пауков. Это подводный краб. Так, только по маякам, краб. Только по маякам. Глубоководный краб, они такие. Гребаные членистоногие. Ай! Ай! Закончился маяк! Ой! И куда она, прямо или направо? Ладно, пойдем прямо.
пошел, будешь налево. Нормально, я вроде правильно иду. По крайней мере, я вижу маяк. Еще маяк. В какой же я заднице, ей-богу, правда. Я думаю, что господин Кусто, Царство Небесное, даже не подозревал о таких возможностях. У меня зависло. Что это такое? Нет, я не хочу с этим знакомиться. Нет. Ёкарный бабай, оно плывет ко мне. Так, ну сейчас налево. Да, оно плывет. Очень клево. Классная новость, спасибо. Идем в другую сторону, сейчас налево. Мудильщик плывет. Мудильщик, я бы сказал. Ладно, туда ходить была большая ошибка. Но этот класс по глубоководный крыт, как называется. О! Че это? Так, в очередной раз две стороны. Идем направо теперь. Значит, в обратную сторону тоже нужно будет идти направо, если нам, у нас там возникнут проблемы. Ну вот они, мои любимые лабиринты. Направо. Да блин, да ну вас нафиг, серьезно. Я уже не помню, куда идти. Так. Кто нас там встретит? Блин, вон там фонари. Ну, рыбу-удильщик уже была. Ставит на него. Вон там что-то, смотри, светится. Какой-то компьютер. Может быть, нам снова маячка вызовет. Пожалуйста. Ага, хрен там, а не компьютер. Куда идти-то? Или туда не пойду, там вообще ничего не понятно. Вон, видишь? Вон, видишь красные огни? Вижу. Я иду на огни. Иди. Может, я уперся на... Я не вижу огни, черт! А Дипи вон пишет, вышел назад. Че, серьезно? Да нет, не может быть. Да ну, не прикалывайтесь, ребят. Я пока еще не вижу. Вон, красные огни. Да, это тот замок! Вот это нормально сходили. Че, я обратно иду. Каким макаром я вышел назад, люди добрые. Не туда повернем. Окей, значит сейчас направо пойдем. Мило. Хорошие места. Ладно. Сейчас идем направо. Направо. Да, вот сюда. Да нет, серьезно, люди, вы че? Господи, я никогда отсюда не выберусь. Еще раз направо. Ощущение, что... Ну, не знаю, еще раз направо. Хрен его, я не понимаю, куда идти. Сейчас мы выйдем назад, я чувствую. Я бы сказал вам, кем я себя сейчас чувствую в этой ситуации, но... Вон какие-то компьютеры. Фонари, я не знаю, что это. Это дядя, это тот дядя, который все настроил. А что делать? К нему и... Да не хочу я к нему. Дорогу тебе уже. Он же все настроил. Да, идет он в задницу со своей настройкой. Иди, Бонич, тебе туда. Поверь. Ладно, идем по фонарикам, ребят. Я навсегда останусь здесь, пожалуйста.
ураганы и шквалы над головой. Но я хотя бы вижу фонарики, это радует. О! Товарищ, ты как? Ты что? Да нас явно провожают. Тихо. Все нормально. Все нормально. Идем по приборам. Видимость нулевая. Да, весьма содержательная часть игры. Очень волнительная. Уже просто идти. Идти, еще идти. Опять идти. Снова идти. Откройте. Открывай, сова, медведь пришел. Так, ну что? Сдается мне это последняя консервная банка, в которую мы забрались в этой игре. Проведите обним... Ты его забыл? Ты забыл его в лифте? Онич, ты забыл женщину в лифте? На этом игра что заканчивается, потому что обратно я просто не дойду, ребят. Простите. Дойдешь. Иди, Бонич, обратно. Нет, серьезно? Иди. Да нет. Да. Я не поняла, только где выдирание волос со всех частей тела одновременно? Да нет. Да, Бонич, да. Вот. Да ладно. Да ладно. Ты ее там забыл. Краб такой краб. Это просто жесть. Эпик фэн. Иди обратно, краб. Да нет, ну как, я брал ее. Нет, не брал. Где? Чего ты делаешь? Нет, я ее не брал. Нет, ты ее не брал. О, там еще... Иди, краб, даже кот говорит. Иди, краб. Это нужно по красным фонарям теперь валить, да? Да. Я хочу. Мама! Иди, Кович, иди. Ты хоть помнишь, в какую сторону идти по этим тоннелям? Я нет, например. Ничего, интуиция тебя приведет. Это жопа. Тебя приведет назад. Тебя должен привести назад лифт и голос совести, забытый. Мне кажется, я единственный человек в истории, кто просто забыл бабу. Он тебе подсказывает, спроси у него, как дела, и тебя телепортуют. Да? Только помни, после этого идти ты будешь в 3 раза. Адьо. А еще Фигура Ремикс пишет, за грехи тебе это, твои, и стримы пропущены. Где он? Он не хочет со мной общаться, простите. Да-да, греби ногами. Да ну нахрен, ну серьезно? Ну, блин, ты можешь провести инструментом? Если нет, значит... Я сейчас ей проведу инструментом. Греби к лифту, крабище. Я не... Мне просто физически плохо, реально, ребят. Ну как ты мог забыть? Даже кот вопрошает меня, как ты мог забыть? Мне плохо. Задавака говорит, что, по-моему, он тоже его брал. Но ты же не смог провести инструмент, значит, у тебя его с собой нету? Это логично. А вы можете перемотать назад, ребят, посмотреть, я брал его или нет? Идем все время налево. Тебе я предлагаю загрузить сейф из лифта. А как я загружусь из лифта? Ну,
А, вон замок, я уже вижу эти фонари. Налево, налево, а потом направо, направо. Короче, валим просто сейчас к замку. А замок это ж там, да, где уже площадка, правильно я понимаю? Ну, по-моему, да. Правда, Бергут пишет, что ты бы не вышел из лифта, без него из лифта. Тогда я какого пропустил. Хрена он не проводится? Ну, мне тоже кажется, что ты его забыл. Я как-то пропустил этот момент. Я думал, ты не можешь забыть единственную женщину. Во вселенной. Ну, на этой планете. Я такой необходительный, конечно. Дурач. Ну и где эта хрен... А, до нее еще пилить! Лол! Греби, Бонич, греби. Ночью... А куда? Я не помню, куда от замка идти. Серьезно, я... не в лифте, а там, где проводника. Тебе надо было в комнату зайти. Глючная игра, иногда он тут пропадает. Это не смешная новость. А, то есть можно перезагружаться, да? Да? Или нет? Да не, я не мог, я не мог его забыть, лол. Ну а почему тогда он у тебя не пройдется? Ну, включенная игра, иногда он тут пропадает. Нет? Ну, да. Да, давай тебе загрузимся, потому что я его никогда в жизни не найду, серьезно, правда. Что? Хотя мне хотелось бы посмотреть, как ты ищешь путь обратно к лифту. Мне нет. Проверить, забыл ли ты его, или все-таки нет. Что за бред? Вообще нет, но я должен был забрать его. Ладно, сейчас проверим. Только не сохраните выйти, а как? Просто выход? Maybe. Да, хочу выйти без сохранения. Ой, как здорово, ой, как прекрасно. Ой, ты рискуешь. Представляешь, так хлоп, и ты попадаешь на то место, с которого мы начали сегодняшний день. Загрузка игры. Путь на Тау. Я так понимаю, нужно вот на снижение идти, да? Или на сразу на путь? Я пока еще не вижу. Я думаю, на снижение нужно идти. Давайте попробуем на путь на Тау. Сейчас я, ребят, я... Секунду, я сейчас... Я должен... выйти и проорать во всю глотку с балкона, потому что я немножечко расстроен. Сейчас приду. Путь тебе подсказывает, путь на Тау первый бери. Но он его и выбрал. Видали краба? Вот тут действительно вопрос. Он его и правда там забыл? Нет, ему... Трусы новые не нужны, я думаю. Принимаются ставки. Пройдет он сегодня или нет? Ну, чем мне вас развлекать? Если будет так бродить, то не пройдет? Ну, не знаю, не знаю. Если до утра просидит, то пройдет. Есть нюанс. Я до утра точно сидеть не буду. Я такими темпами скоро спать сбегу. Что бы вам такого рассказать, почитать? Я даже не знаю. Гости дорогие, анекдоты? С анекдотами вообще тяжело. Вот ж я вам анекдотов-то возьму. Анекдоты.
Давайте я вам прочитаю. Тут у меня есть знакомая в Питере. Когда-то давно она в 90-х служила в милиции. Следователя. И она как-то расписывала, как у них проводили психологическое обследование. Ну, это была обязаловка. Вот только я вот боюсь, что сейчас Бонич прибежит и все обломит. Короче, далее идет цитата из ее воспоминаний. Были личные беседы с психологами, психиатрами. Когда меня туда отправляли, предупредили, что ни в коем случае нельзя говорить, что у тебя нет регулярной сексуальной жизни. Даже если этой жизни вообще ни разу нет. Потому что это диагноз. Отсутствие секса говорит о нестабильности психики. Уже когда я работала, наша секретарша Элечка закончила высшую школу милицию и решила перейти из секретарши в младший следователь. А Элечка была очаровательна. Фигурка кукольная, глазища огромные, а волосы она начесывала и почему-то была сиреневатой блондинкой. Говорил, что это платиновая блондинка. И вот Элечка на разговоре с психиатром получает стандартный вопрос. А была она не замужем, но опера ее любили нежно. Про регулярность. А у вас есть постоянный сексуальный партнер? И насколько регулярно вы имеете половую жизнь? Элечка взгрустнула. А вы на меня посмотрите, как вы думаете, у меня могут быть с этим проблемы? А вы любите заниматься сексом в неприспособленных для этого местах? Элечка еще больше загрустила. А какие места считаются неприспособленными для секса? Ну, в служебном кабинете или машине. Элечке стало совсем грустно. А почему вы решили, что кабинет и машины не приспособлены? А какие места вы считаете неприспособленными для секса? Элечка совсем сдохла. Люстра. Почему? Неудобно. Упасть можно. Прошла. Кстати, аттестовалась на младшего. Такие вот были в Питере забавные моменты. Давным-давно. Это не сказка. Это вот просто воспоминания одной моей хорошей знакомой питерской. Вот. Даже не знаю, что еще рассказать. Анекдот? Давайте анекдот какой-нибудь посмотрим. Я плохой рассказчик анекдотов на буднях. Ну, давайте посмотрим. Анекдот. Пойдем, зайдем. Вот, пожалуйста. Русская кухня. Приготовьте что угодно, лишь бы получилась закусь. Белорусская кухня. Готовим все, что угодно, но из картофеля. Украинская кухня. В качестве начинки для торта возьмите две свиных отбивных и сальные шкварки. Грузинская кухня. Приготовьте что-нибудь, засыпьте кинзой, залейте кинзмараоли, добавьте сулгуни. Французская кухня. Как-нибудь поджарьте мясо, залейте его соусом, с которым вы напарились 3,5 часа. Украсьте шалотом. Итальянская кухня. Соберите все остатки еды из холодильника, разогрейте, посыпьте моцареллой. Подавайте на блине или с макаронами. Вот уже Японич пришел. Не разошлись? Так, китайской, японской, мексиканской, ливанской кухни мы не дошли. Ну давайте на путь на Тау попробуем загрузить. Я не знаю, это, наверное, в тот момент, когда мы спустились, прям вот сразу. Кто проживает на дне океана? Сеня! Простой мужик. Очень хотелось бы. Но мы сейчас прям вот обратим внимание на то, что вытаскиваем. А мини-министр? Ну, давай. Даю. Нажим любую клавишу. Ну? Не, ну это было не прикольно. Да, приближается, отлично. Отлично вы вернулись. Так, дальше идет душещипательный диалог на отвлеченные философские темы. Не забудь. Чё? Дура, Катю не забудь с собой взять, а тут этого не переживешь второй раз. Да, я не брал Катю второй раз. Я точно вспомнил, я ее не брал. Ставил Катьку на аппарате. Просто швырнул Катьку. Бессовестно.
I expect we'll have to do some walking before we reach town. You haven't been here before? Not in a way that'll help us. Ну, напарил, да, напарил. Бывает. We're following in your old footsteps. We're following in footsteps. Could still be down here somewhere. Don't remind me, it freaks me out. Alright, let's head for town and find that arc. Вот, берем Катю. Да нет, я брал его. Нет, не брал. Блин. Нет, я брал его. Видишь, я же не открыл бы дверь. Лол, я брал его. Я не открыл бы дверь без него. Приколи. Че? Поняла, Данеш? Ребят, я его брал, короче, в прошлый раз. Лол. Здорово. Так. Пообщались мило. И тут мы что-то жали. Тут был какой-то рычаг. Нет, тут была другая дверь. Нет, тут что-то... Тут вообще ничего не было, да? Да, и я пошел вот по этим коридорчикам. По этим кают-компаниям. И вот тут был какой-то рычаг. Вот, и здесь я что-то нажимал. Блин, охренеть просто. Я брал ее, иначе бы я действительно, вы правы, ребят. Я бы не вышел просто из... Я бы не вышел из этого подъемника, если бы не взял Катю. Отсюда встает неиллюзорно вопрос. Так, тут я нажимал на какой-то рычаг, вспоминайте, ребят. Я на что-то нажимал. Может быть, в следующей комнате. Там что-то рыбка касалась. Ага, смотрите, вот он рычаг. Но я не этот рычаг имею в виду. Да, фонарики. Там будет дальше рычаг, я вспомнил. И замок. Слушайте, ну, это не весело, потому что... Если сейчас опять пропадет у нас амнимистер, то это будет совсем прискорбно. Ну да, плывет эта тварь, я все помню. Здесь я забегал в какую-то комнату с перепугу, как бешеный суслик. Плевать на этого крокодила, бегемота, обезьяна-кашалота. А, опись. Выпись, напись, запись. Окей, вот здесь был рычаг. Вот здесь был... Опа! А что это? А, оно не поднимается. Где-то здесь был какой-то рычаг. Я точно помню, ребят. Амнимистер все еще у нас. А, вот он. Ой. Что, ой? Поломался. Кто? Рычаг, он в прошлый раз не ломался. Забрать. Зачем ты его поломал? Это крайне дерьмовая новость, серьезно, ребят. И куда нам теперь? Вот туда, наверное, зеленый свет. Так, ну сейчас амнимистр с нами точно. Точно с нами. То есть его точно забрал? Я без него бы не вышел из подъемника. Там дверь не открывалась бы, если бы я не провел амнимистра. Отсюда вывод. Это не мой косяк, а глюк игры. И отсюда еще один вывод. Если она будет глючить дальше, то... Ну, вы понимаете, что она превратится в непроходимую просто. Хреновые новости. Я не знаю, в прошлый раз мы просто бежали, и нас никто не трогал. Может быть, в этот раз нужно поступить так же. Вон там замок. Да, в прошлый раз я прятался за коробкой, что-то такое. Налезло к нам. Но, ребята. Новость-то, конечно, паскудная, потому что... Кто случился? Ну, потому что это глюк игры.
Но это неприятно. Я свой амнимистр просто так не раздаю направо и налево. Как же я без катета? Так, окей. USA. Смотрите, вон какая-то хреновня. Неважно. Это гараж. Заходим в гараж. И здесь у нас энергии нет. И здесь у нас еще один рычаг. Теперь типа энергии у нас с избытком, да? А, вон включился компьютер, который показывает какой-то там статус непонятный. Это что? Непонятно. И включились еще фонари. Нет, а, вот, я вызвал маячок, точно. Управление Тау. Вызываем мужика, бежим за ним, его сожрет касатка. Все, пожалуйста. Баклажанная шестерочка к вас за вами приехала. Оплата по счетчику. Если покажете дорогу. Ну, идем за ним просто, и все. Вот куда потом, я уже с трудом вспоминаю. Ты иди. Мужик. Надо его отпустить немножко вперед. А то касатка сожрет меня вместо него. Ага, так. Это тот самый, который нас приглашает на обед какой-то. Говорит, что он все приготовил. Так-то в целом все нормально. Да, вот сожрали. Сожрали маячок. У нас появились новые лампы. Идем по ним. Заходим в первую пещеру. Наверное, не знаю. Идем в пещеру. Там мы шли направо. Да, первый поворот был направо, потому что налево нас ждал еще один товарищ. Не, нормально, нормально, Фриман. Живем. Никто никого не сожрет. Идем направо. Почему? Потому что. Ни хрена не видно. Зависла игра. Прям конкретно зависла. Прям так зависло, что не отвисает. А тут мы шли, не помню. А вот тут я не помню, куда мы шли. По-моему, налево. Ну, давай попробуем. Выходим. А там замок. Ясно. Нет, не туда. Там замок. Значит, еще раз налево поворачиваем. Система, на самом деле, не такая сложная. Если включить башку. Иди, соблазняй удильщицу. Давайте еще раз налево пойдем. Я не помню, правда. Вот, ей-богу, правда, не знаю. Ну, еще раз налево пойдем. Может быть, это все неправильно. Тут я уже не помню, правда. Да, все правильно. Два раза налево, и там стоял этот жлоб с фонарем. А, нет, там как акула. Там как акула идет за нами, значит, идем еще раз налево и налево. Нафига нам эту удильщицу соблазнять? У нас так все в порядке. Так, вот он чекпоинт. Типа. Идем еще раз налево. Туда, где нет фонарей. Наверное, тупая идея, но пофигу. И
И еще раз налево. Всегда идем налево, короче. Отлично работает принцип, если честно. А зачем ее сбоку обходить, Беркут? Если у нас и так все. Если у нас так все в порядке. Вон фонари. Вот они закончились. Ой, что-то дерьмовенько. Ой, валим, 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 валим. Я чувствую, что здесь... Что такое? О, слышь, какие звуки страшные. Не слышу, но я вижу, что тебя пущу. Там больше ничего нет. Снова идем налево. Всегда идем налево. Так система и работает, наверное. Все время налево? Да. Смотри, видишь? Идем и идем себе. Правила Буравчика там. Физика. 8 класс. Так, тут что? Короче, идем вот на те фонари. Идем на те фонари. Ой. Ой? Да, кажется, у нас, наверное, проблема. Или, может быть, и нет, не знаю. Кажется, мы пришли. Пришли куда нужно, не знаю. Понятия не имею. Снова гроза началась подводная. Абсурдность этой фразы поражает. Может, у нас этот... Слушай. Что? А может быть, у нас этот крендель забрал, а не мистер? Да не мог он его забрать. Зачем ему забирать? Черт его знает. Черт его знает, что этому колдарю нужно. Может, оно на пузырь водки обменяет. Вот, мы снова пришли к этому месту. Ну и что, если у нас сейчас не будет там ни мистера, то это привет. Ей-богу, правда, будет привет. Может быть, конечно... Да нет, ну это точно то место, куда нам требуется идти. Правильно? Ну да. Ну... Да ежишь. Фух, слава тебе, Господи. Да, я уже начал было. Ну сейчас. Все завинтят, воду спустят. Мы 50 раз повернули налево, по идее, мы должны были прийти в ту же точку, из которой вышли, но. Ну что? География. Этой игры поражает. Хорошо, забираем, а мне мистер. А, нет, мы же его туда не засовывали. Зависли. Отвисли. Сим-сим. Ну что, добро пожаловать на званый обед. Я приятно быть внутри. Давайте искать ковчег. Давайте. С удовольствием. Это ковчег? Или это хрень какая-то? Добро пожаловать на ТА. Примерно то, что от нее осталось. С вами все в порядке? Что случилось? У нас давно закончилась жратва. Люди болеют. И все такое. Ага, ясно. Не открывается. Подожди, это не то место, откуда мы? Нет, наверное, не то. Ладно, идем дальше. Сохранились. О, как я рад ему. Кому? Рука дырки. А-а-а.
Да я не сомневаюсь, Беркут, что дальше там будет этот жлоб, который нас на обед приглашал. Нормально я. Я готов ко встрече, всегда рад пообщаться с умными людьми. С тупыми тоже не против. Так, всем здрасте. Что? Что это такое? Непонятно. Ну, есть компьютер и красная кнопка, которая, впрочем, не нажимается. Чего я еще мог ожидать от этого места? Хорошо. Амнимистер, сюда, да? Нет? Ну, видимо, да. Нет, не хочет. Если он вставляется. Нет, не хочет. Так, мы находимся здесь. И что? Вот хотите сказать, что я должен пройти весь этот лабиринт, что ли? Ну, спасибо, похоже, люди добрые. Сейчас, секунду. Ага, вот оно как работает. Ясно. Ясно, еще раз. Многое становится понятно. Стойте, я предлагаю вернуться и посмотреть, что же там впереди было. Что-то было. Например, здесь тупик, да? А хрен там, а не тупик. Здесь много чего есть. Черт, это разветвленная система лабиринта. Ну, как обычно, короче. Ага. Это мы ее просто обошли сейчас, да? Так, ясно. Не такая уж она и разветвленная. Дальше нам сюда. Слушайте, такое ощущение, что там кто-то... Чем они там занимаются, что настолько замков позакрывались? Я думаю, что тебе не хочется. Здрасте всем. Ох ты, твою мать! И чего вы мне предлагаете? А, мне нужно его кругом провести, да? Мне нужно провести его кругом. Ух ты, твою мать, он бежит, очень быстро бежит. Тебе бежит? По всей видимости, да. Прямо или направо, пойдем прямо. Первый раз в жизни своей изменил своему принципу. Охрененно, охрененно. Ой, он идет за мной. Ух ты, твою мать. Компьютер, что? Что нужно с этим сделать? История вывода назад. Мясная карта. Бляха-муха. Я, конечно, сохранюсь, но зачем я это делаю, я не знаю. А, ну класс! Вот это здорово! Ну найс! Отличная идея была сохраниться, правда, ребят. Ничего лучше придумать было нельзя. Так, ну давайте все-таки посмотрим, что это за хрень. Журнал доступа. Что мне с этим сделать надо? Блин, сейчас нас второй раз забреет. Ёлы-палы! Что вы хотите от меня? Ох ты, твою мать, он здесь. Быстрее, 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 бежать. Ой-ой-ой, я назад пришел. Ох ты, я назад пришел. Ой-ой-ой, какой плохой я сусанин сам для себя. О! О, их несколько. Страшно! Очень страшно! Нет, дяденька! Не убивайте! Не убивайте! Пожалуйста, налево! Нет, направо! А! А!
нет, дяденька, пожалуйста, откройся. Ой, нет, нет. Это что такое? Упс. Кажется, вы уничтожили. Так, а можно сначала я как бы не готов к таким поворотам? Сыру руку только, когда твоему персонажу плохо. Да мне уже плохо! Ядришкин шиш. Не открывайте, говорит, дверь. Открывай, Бонечек, открывай, у тебя вся на выборе. Это нет. Просто задняя часть. Так, ну ладно. Так, я сейчас открываю эту дверь, он там стоит за ней. Моя задача. Моя задача сейчас как-то, да, его приманить на себя, обойти вокруг. А почему не могу сейчас прям... Не можешь? Не могу прям сейчас сохранить. Ну, почему я начал опять сначала? Хочу там, начать с того же точка. Побежал. Довольно бодро побежал. А я могу ползать здесь? Интересно, это его агрит или нет? Понимаю, этот компьютер все равно бесполезен. Блин, он идет сюда. Я его не вижу. Паскудное состояние. Ну да. А вот он, вот он, вот он. Дяденька, уходите. Вы нам тут не нужны объективно. Там какой-то компьютер. Нам уже в красную дверь направо. А как я туда пройду? Блин, он там стоит. Ну класс! И что вы мне предлагаете? Он что, не уйдет никогда? Нет, ну ты можешь поиграть. Ух ты! Ух ты! Ух ты! Страшно-то как, господи! Поднимайся, поднимайся, Христом Богом молю. Он же не умеет подниматься по лестницам, правда? Еще одна лестница, еще две двери. Нормально, нормально, ребята. Закрываем нахрен эту дверь. Спускаемся вниз, все нормально. Я боюсь, что пендали ему дать не получится, он сам скорее кому пендали даст. Да, пойдите какого-нибудь верзили на улице и попробуйте врезать ему душевного пендаля. А-а-а! Нет, его тут нет. Его тут нет, это была иллюзия. Вот
Окей, где мы? В какой-то важной комнате. Сохраняться здесь не имеет смысла, здесь очень. Пора уходить. Нет, не надо, не уходите. Давайте мы не будем уходить, все у нас хорошо. Storage. Так. Подожди, сейчас игра отвиснет. И я обязательно разберусь, куда дальше. Игра дико виснет прямо сейчас. Игра такая, да. Ну давайте просто пойдем по всем. Алло, пишет, зачем ему подниматься, у него друзья наверху. Что? Что? Какого х... А? Я хочу в шкаф. Я хочу в шкаф. Боюсь, не поместишься. Это жопа. Ну все, приехали. Он там. А здесь робот. Да какого черта он там? Я хочу сохранить и выйти. Да? Чтобы потом отсюда же начать. Да? Да. Я не хочу бегать опять по этим всем дверям. Продолжаем. Найс. Что он хочет? Так, ребят, теперь у нас проблема. Мы в этой комнате, которая сейчас занята неизвестным, но крайне недружелюбным жлобом. И нам нужно исследовать каждый закоулок. Ну, не прикольно это, конечно. Я даже не знаю, что делать в этой ситуации. Ой, не знаю. Вы мне только одно скажите, чатик, концовка близка уже, и, может быть, имеет смысл на следующий стрим ее растянуть? Че я? Не дыши перегаром на камеру. Че, камера запотела? Нет, камера не запотела. Так вот, Бонни, что я говорю. Я говорю, что если идти в режиме Боннича, то лучше, конечно, на следующий стрим. А если идти так, как положено... Ну, так, как положено, я же не хожу, ты же знаешь. Ну, смотрите, он там. Если он там, то я просто иду на следующий стрим. Он там. Нет, он не там, слава богу. Так, здесь дяденька спит какой-то. Ну, давайте оставим тогда, да. Can we do anything for him? Обстоятельно изучим все. No. We're успокоительно out of закончу. Будь у нас пистолет, пора было его доставать. Ага, ясно. Там кого-то пристрелить хотели. Ну да. Ребят, я предлагаю на завтра. Как вы смотрите? Ой, на завтра. На следующий стрим. Блин, игра продолжает виснуть безбожно. Да все, отвалите, короче. Привет, Нижда. Я больше не буду подходить ко всяким трупам, потому что это все равно бессмысленные тупые разговоры. Вот еще лежит куча народа. Проникнуться, так сказать. Прогибнуть. Я проникся, поверь. Поверь, Данеш, я проникся так. Ты уверен? Да, что ж подмышки вспотели. Тогда действительно проникся. Ну, как бы... ладно. Стоп, это лестница наверх. Я бы все-таки поизучил. Поизучал все, что здесь еще осталось. Оно
не остановится. А тут лестница вниз. Ну классно! Ой! Ой, я сломал ноги себе. Ой! Я сломал себе ноги. Я понятия не имею, куда идти. Нет, тут на самом деле проблема в том, что действительно, походу, ходить еще долго. Я-то думал, что мы уже... Что мы уже близко. А тут вообще вон какая штука, смотри. Вон, там пьютеры какие-то. Там еще что-то передавать надо, изучать. Я при... Вот на этой трагической ноте я предлагаю сегодня завершать. Жесть. Милая морда. Он же исчез. Исчез? Я сейчас сам чуть не исчез. Какой-то впечатлительный. Да, я крайне впечатлительный человек. Поэтому... Поэтому не стоит меня так испытывать. Записка. Да я знаю, там много всего еще. Я понял, я так просто оббежал. Во-первых, мы увидели лестницу вниз, во-вторых, мы увидели лестницу наверх. Это автоматически означает, что еще там бродить и бродить. И я предлагаю продуктивно это сделать уже в следующий понедельник. Так что спасибо всем, ребята. Мы сегодня прошли, кстати, немалую часть. Тупанули, правда, разок? Ну это хорошо, сегодня прошло. Хотя как тупанули, там просто реально, я бы без этого омикрона не вышел из капсулы. То есть его глюкануло просто, он исчез. А сейчас у меня черный экран. Я надеюсь, что игра тоже не заглючила в свою очередь. На, все, нормально. А, ты все-таки надеешься, что ты сохранился там, где должен был, а не там, где получится? Да, я думаю, что я сохранился в этой комнате с большим количеством дверей. Да, вот такие дела, ребят. Нервишки мы немножко сегодня... Поистрепали, я вам скажу откровенно, потому что довольно волнительные были у нас приключения, но я думаю, что в следующий раз мы снова наберемся энергии дзен и пойдем крушить зло направо и налево. Всем большое спасибо, до новых радостных встреч, у нас сегодня было 228 человек в эфире на Good Game, это очень круто, и где-то порядка 30-40 человек на Твиче в пике. Так что все хорошо, друзья. Следующий понедельник 21:00. Данеш, спасибо. Давай, спасибо. До новых и радостных встреч. Какая-то мораль должна быть в конце, да? Мораль, да. Бонич. Не мутите с водолазами, ребят. До добра не доведет. Всем? Я думаю, что вполне нормальная мораль. Всех люблю, всех целую. Пока.